Племянники переболели в легкой форме, но своим здоровьем рисковать не хочется. Наталья Карманова приехала на мобильный пункт вакцинации в Дом культуры «Полет» из Гигерева. Вместе с ней супруг и 80-летняя бабушка. Решили оградить себя и окружающих от этой болезни страшной. Поэтому мы пришли с бабушкой 80-летней, муж и всей семьей. И нам уже за 60, поэтому решили все сделать правильно. Ехать в Одинцово не надо. 26 марта в Доме культуры «Полет» работал мобильный пункт вакцинации. Прийти и сделать прививку мог любой желающий без предварительной записи. При себе стандартный пакет документов, полис, паспорт и СНИЛС. Это очень удобно. Это можно видеть по людям, которые, посмотрите, здесь сколько людей уже много. Да. Это спасибо большое за организацию. Хорошо, что так. Среди желающих надежно защитить себя от COVID-19 Виктор Балашов из Старого Городка. В общественных местах маски. Вот. Ну, меньше светился в этих общественных местах. А по-быстрому зашел, взял, что нужно, и ушел из магазина. Из аптеки то же самое. Долго не задерживаюсь. Но даже эти меры не стопроцентная гарантия защиты, в отличие от вакцины «Спутник Ви». Ее эффективность подтвердил авторитетный научный журнал «Ланцет». Она составила более 91%. Прививочка делается в два этапа. Следующий этап через 21 день. Делать прививку будем также здесь, в этом же месте. Кроме того, 2 и 23 апреля мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в Подушкино. Сделать прививку от коронавируса смогут все желающие. При себе достаточно иметь полис, паспорт и СНИЛС. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».